Всем привет, друзья! И сегодня посмотрим, что у этого мусоровоза есть. Вы знаете, что у него есть в комплекте два бака. То есть два контейнера. Вон они. Есть желтенький контейнер. Да. И зелененький контейнер. Тоже пустой. И вот смотрите, как он сзади вот так выглядит. Очень круто. Да. А сзади он выглядит вот так. Да. У него вращается вот эта штучка. И двигаются вот эти спиральки. У него двери не открываются. Да, не открываются. У него есть вот такой люк. Да. Это если водителю будет жарко, он его открывает. У меня нету человечка для этого мусоровоза. Это не как-то странно. Давайте тогда читать второй. Мало здесь вообще, но интереснее. Вот, что здесь написано про город, что здесь. Давай лучше другой перелист сделаем. Реально. А я здесь мало. Так, и вот у него есть... поднимаются колесики. Здорово. У него есть пружинки. То есть у него там это такое. Не знаю. Ну, у него, короче, там как эти. Ну, короче, у него вот резиновые колеса. И у него, да. Колесики поднимаются. Вот даже вот. Вот он их опускает. Да. И вот у него откидывается. Да, и вот здесь видно двигатель. Вчера я залил ему бетон. Бетон залил. Что с ним? Смотри, иди сюда. Ну-ка. Смотри, какой корабль. Ой-ой. Это вот как это называется? Что это такое? Я не хочу. Сколько у него там страниц? Линкор. Это называется линкоры. Да, линкор. Линкор? А, вот. А, это авианосец. Авианосец наверху и ракетный крейсер внизу. Вот это ракетный крейсер, а это авианосец. Радар, капитанский мостик, место парковки самолет, зона связи, трамплин, то есть откуда они взлетают. О, машинки. Угу. А здесь тоже орудие, пусковая установка, радар, зона связи, ракетный радар, тоже пусковые установки. А здесь вертолетные. Два авианосца, это два основных вида кораблей военно-морских сил. Да. Нет. Да. Здесь даже духоволосы есть. Вот у него такое колесо огромное. Еще могу показать, что он еще и умеет. У него есть вот такие штучки. А сейчас я вам покажу, как он собирает мусор. Сейчас я возьму мусор. Вот здесь первый отработанный мусор. Вот здесь отработанный мусор. Здесь, да, отработанный мусор. Вот, здесь даже нарисовано, как очищается вода. Сейчас, ребята. Это я засовываю мусор в баки. То есть в
контейнера. Все, засунули. Их закрыли, чтобы из них не воняло. Вот. Они с мусором. Так, вот мой здоровый мусоровод. Сейчас он закреплю на него эти контейнеры. Можно сразу два контейнера. Раз. Два. Так, поднимаем. И все, мусор высыпался. Пустые баки. Да, пустые. Можно их отправлять. Можно ставить их к мусору. Вот. А теперь смотрим, как он засасывает мусор в бак. А давай-ка я вас кое-куда покажу. Вот, то есть, отправлю. Вы увидите, как мусор оттуда вываливает. Вас вымусорили в этот, в, на свалку. Все, вас вымусорили. Все, вот закреплен. Вот, вот, там ни одного мусора. Давайте я вам покажу, что там ни одного мусора. Вот видите, там ни одного. Сейчас. Все, ребята, всем пока. Thank you.
есть. Не. А, я тогда танец, извини, сейчас вот станция начнет танец, третий цифр. Ты ничего не понимаешь, да, где ноты? Где я иду, следую? Не, это я, в принципе, я могу, но я могу потерять. А, ну да, это очень проблема. Танцует просто, или там мелодия еще? Нет, там еще какая-то мелодия есть, там скрипки, не то еще что-то. Вот танец, вот смотри, да. А, да, а, как бы. Вот это тут написано, но это для классических музыкантов. А вот так для нас это, мы должны определять ритмические фигуры. Когда ты мне это сказал, свинг играет, да? Мне понятно стало. А как написано, хер поймешь. Свинг ли. Вот смотри, вот здесь, когда заканчивается вот это место. Да, вот, да, вот это. Да. А написано тупорыло, потому что это классика моего, да, посмотри. Она написана правильно, но должна быть восьмая с точкой, здесь шестнадцатая, чтобы и показать, и написать, ну, как американцы делают, swing. А если swing, значит я swing, смотри. Смотри, да. Причем не обязательно я эти ноты играть, а играю так. Но просто как ее сыграть? Вот видишь, начало, мы с тобой правильно определили. Вот, так и играть. Циферную систему тебе надо обладевать. Вот здесь, если бы циферки у тебя были, допустим, вот только здесь цифра, потом дальше, когда при смене гармонии, здесь цифра, при смене здесь цифра, и ты бы сразу же, даже не смотрел бы в ноты, просто цифры видел, знаешь, какой ритмический рисунок, допустим. Вот я могу. Второе. Третье.
нотной грамоты и вот этот цифровочный, как бы, вот так только вижу. Понял, да? Это называется быстрый анализ. Вот я 2 секунды там пострадал, помучился, посмотрел эти каракули, да? Это ты только для классической, вот для легких. Ты лучше ведь, если тоже на кончик нос положишь. Вижу. Да, ну попробуй ты, а для чего? Тоже самое сыграть. Ты вот эту вот сыграй так же. Я ее не умею. А, так поэтому я просто. А ты покажи, что умеешь. Ты покажи, что ты умеешь. А я бы тебе показал, как можно сыграть. Как можно. Ну так. Ну вот это Mac is a knife, вот это сыграй. Запаздывающие, что такое. В смысле? Педаль у тебя фонит все. Ну, накладывай. Ты когда басы играешь, у тебя они, накладываются один на другой. Ты не слышишь? Это что? Это здесь то же самое, что я сейчас нажму просто на газ, да? Понятно. Не-не-не. А либо ее не используй, потому что при такой... Какая это анализ? Ля-минор. Либо ты ее не используй при таком особенно тем, вообще не трогай ее. Ну что это? Она короче звучит, все нормально. Она абсолютно даже держи жакобне. А бас держи пальцами, а здесь отрывочно. То есть здесь как бы некое подобие легато. А почему не играть вот это та-та-та-та, понимаешь? Да. А иногда пропускаешь, ты же подразумеваешь, что оно есть. Но они же дебилы. Да. Им нужно все время подчеркнуть. И причем, знаешь, не греми, да, причем, имею в виду, что бас всегда тише, это всегда громче, если одинаково нажать, поэтому регистр просто так устроен, поэтому, когда ты играешь здесь, особенно вот это при луче, это причем. То есть правая потише, это погромче. Ну это сам, это же искусство, блядь. Thank you.
ты зачем задерживаешь? Задерживай. Не делай так. Зачем? Почему? Не задерживай. Тяжеловес. Мне нравится. Ну хорошо, тогда так гораздо лучше. Более аккуратно. А нет, нравится так. Ну хорошо, нравится. Так. Так, ну и что теперь? Ну играй, сыграй то же самое. То же самое. Работает, но она в принципе, она априори ни для чего не нужна. Она что делает? Она якобы, Саша, никто не знает, это загадка. Она глушит. Да. Слушай, да, это, с... Дань, сейчас мысли разбери, сейчас ты. Про педаль, про задержку. Да, это как бы сложно, а ты просто привязался к педали. Потому что ты думаешь, что педали сейчас у тебя будет лучше звучать. Не будет лучше звучать. Есть вещи, которые некоторые вещи можно вообще сыграть без педали. Ну это понятно, рэктаймы там и всякое. Да никаких все сыграть. Нет, особенно такие ритмические вещи. Я даже не могу, у меня даже вещь в ране. Я грамоту же поменяю, видишь, потому что вот я такого лучше вернемся к вопросу о границе Грузии.
На самом деле, я же такого не сделаю. Ну, а это дорого стоит. Не, ну ты должен же делать как в нотах вроде бы сына. А что, это весь спектакль ты играешь, да? Ну не весь, но первый акт точно. Вот эту тему точно буду я играть. Мэйки ножа. А ты еще не репетируешь с ними еще все? Не слышал? Да как-то собираюсь там пару раз. Все, в августе. Ну, имеется в виду, что ты сам должен это все делать. Вокалисты почему учат? Нет, почему они учат? Твоя семжина там? А, нет. Ага. А они просто знают эту мелодию, им говорят, пой вот так. Они, окей. А ты согласился, у тебя выбор? А они из консерваторской? А у меня выбора нету, да. Консерваторская? Нет, наши однокурсники. А наши? Я же говорю, дебилы. Да. Потому что у них же образования нет музыкального, да. Они же все это с наушниками. А это действительно так. И с ними тяжело порой. Да, я тебя понимаю. Так сейчас учи вот при Димке, а он тебе подскажет. Да. Вот сейчас и учи. Спектакль, а насколько контракт длинный? До конца года. Да нет, до конца года. Приехать до 30 июня. Приехать сюда, если бабло зарплаты хорошие. Я им сделал так. Кто же им тут заплатит? Ну, платят же им. Они же рабы. Им? Это их дипломный спектакль, Дима. Платят за репертуарные. Им только стипендию платят, и все. Слушай, им сбросились, да, по штуке-то в день с каждого. Ну и что? Ничего, если папа даст. С вас по штуке, с тебя по штуке, нет, по штуке за спектакль, например. А все сбросили, сколько труппы-то, 50, там, 20 человек сбросились на по 1000 мне. Вот уже двадцатник. Надеюсь, маловато. Не пойдет? Данюш, сейчас, с моментом, сейчас учи.